bitch in my kitchen wearing PJs eating Cheerios. Why I see it clearly though? Yeah, this hoe from area. Добрый день, дорогие друзья, с вами компания ProTuning, меня зовут Игорь, и сегодня у нас особенный выпуск, потому что, ну, во-первых, посмотрите, что это за машина, это BMW M4 Competition в последнем актуальном кузове, в очень, на самом деле, как я считаю, красивом цвете, лучший цвет, который есть на сегодняшний день у BMW, и эта машина приехала к нам от нашего друга Равшана, может быть, вы знаете этого блогера, на доработки в наш тюнинг-центр, в город Краснодар, на улицу Российская, 313, там, где мы сейчас и находимся. И погнали, посмотрим, что мы сделаем с этой машиной. Итак, настал день выдачи. Мы переместились, как видите, из нашего тюнинг-центра в автосалон ProTuning, чтобы максимально презентабельно этот мой автомобиль смотрелся в стенах нашего салона. Еще раз пробежимся по тому, что мы сделали по этой машине. Это переклейка двух бамперов, передний и задний. Передний мы еще и перекрашивали. Казалось бы, зачем его перекрашивать, если он был в бронепленке, но тут у нас не была полная оклейка бампера, точнее, один кусочек его не был заклеен, и со временем он просто отпескоструился. При демонтаже пленки те детали, которые были защищены, остались как новые, но один кусочек был просто, ну, ни к чему. И на это все клеить пленку — это неправильно. Это было бы не очень эстетично. И, соответственно, мы перекрасили бампер. Как видите, в этот сложный цвет на самом деле достаточно непросто попасть, но с этой задачей мы отлично справились. И, собственно, после этого уже заклеили сам этот бампер в полиуретановую пленку. Еще, чтобы добавить комфорта автомобилю, была сделана шумоизоляция арок передних и задних. И тоже еще раз хочется проговорить, как это все делается. То есть у нас есть сам металл автомобиля внутри, именно арка его спереди, сзади. И еще дополнительно пластиковый либо фетровый локер ставится. В этом случае у нас локер пластиковый. И что мы здесь сделали? Во-первых, на сам металл была оклеена шумоизоляция, точнее виброизоляция, листы, и сверху на все это нанесли напыляемую шумоизоляцию, чтобы у нас добиться максимального эффекта поглощения шума. И на локеры мы тоже нанесли в два слоя шумовиброизоляцию. В общем, теперь эта машина точно защищена от шума, который у нас издают эти колеса. А здесь на самом деле они достаточно большие. Спереди у нас 275 ширина, сзади колеса еще шире. Естественно, они издают очень много шума при езде на дороге, и это все необходимо исправлять. И еще, чтобы добавить изюминку, мы сделали здесь тонировку полностью автомобиля, кроме лобового стекла, в затемняющую пленку. Посмотрите, как она классно смотрится, очень строго и брутально. Я думаю, это именно то, что нужно этому автомобилю. И еще одна небольшая работа, которую мы проделали по салону. Итак, салон. Как видите, он здесь у нас яркий, красная кожа. Здесь мы сделали легкую химчистку. Он, в принципе, был в хорошем состоянии, не грязный. Просто элементы, с которыми всегда взаимодействуют люди в салоне, это руль, дверные карты, ручки на них. Ну, в общем, вся кожа в салоне, сиденье, подлокотник и так далее. Мы почистили, потому что здесь уже были небольшие затертости и засаленности. Этого сразу так не видно на глаз, но при детальном рассмотре, особенно после химчистки, я думаю, человек сразу это увидит. Ну и, в общем, приятно, когда отдаешь машину в детейлинг-центр, получаешь такой вот небольшой бонус в виде того, что мы освежили салон на этой машине. А сейчас мы ждем Равшана, он уже совсем скоро будет в нашем салоне, и посмотрим на его реакцию. Я когда ее покупал даже, знаешь, ну, не так волнительно было, как забираюсь, да? Детейлинг. Веста Спорт сейчас будет. Открываем, да. Вау. Я по ней как соскучился, если честно. А у меня такая машина есть, оказывается. Я забыл уже. Я сюда на приоре приехал. Прямо это. Это вот так, да, вы все сделали? Да.
Хорошо прям в цвет попали. Ну, в цвет, да. Сейчас, может быть, давайте включим свет, чтобы было видно. Сейчас шум, я забыл, что у меня такая машина есть. Какие? Тонировка тоже. Ау, тонировка, брат. Вот теперь как надо, вот теперь как надо. Теперь хоть можно прятаться от людей. А ну, вот мне интересно было, как она с тонировкой смотрится. Не, вот это прям то, что нужно, потому что такая тачка, мне кажется, должна быть тонировка, более такой прям серьезный вид у нее стал, более брутальный. Даже? Да. Вот я думал, как будто бы тонировка на зеленый цвет не идет. Да не, почему? Я переживал. На самом просто деле. Она хорошо смотрится, потому что, да, она зеленая, но при этом черные колеса, черные обвесы, черные все молдинги на этот пакет сделан. И черные стекла, то есть оно прям бьется друг с другом, совпадает классно очень. Не, классно, если честно. А арки прям там два слоя делали или как это? Получается металл, который идет на кузове, сначала виброизоляцию закатали, сверху напыляемая шумка. Да, что напыляемая, да? Да, черная. И сами локеры, которые пластиковые идут, они в два слоя, то есть там вибро и шумоизоляция. Ага. А у вас не было, когда я заводил, вы заводили машину на холодную, не было таких? Прыгало оборот? Чуть плавали оборот. Плавает, да? Да. Это мне такую прошивку залили. Классно. Не, хорошо покрасили. Класс, прямо, если честно. Да. Не, на самом деле, вообще как завод. Цвет очень сложно, в него попасть, ну, прям задача целая. Потому что, видишь, он как бы на светлых тонах такой яркий, в темных он почти черный, типа как кэнди вот этот вот цвет выходит. То есть в него нужно прям очень сложно попадать. Не, классно. Вот сейчас мне аж стыдно заводить из-за прошивки. Сейчас вы услышите, как она работает. Ужасно просто. Вот посмотрите. Вот просто. Сейчас, на, послушай. Страшно. А, она прогрета уже была. Ну да, да, сейчас нормально было. О, руль целый, матовый, кайф. Все классно? Все классно, все нравится, честно. Отлично. Мне сейчас отлично. Самое главное, это я когда поеду, я отзыв по-любому напишу, классно, расскажу, классно. Сниму. Мне очень интересно, знаешь, как она будет, что арки. Потому что до этого вот у меня в приоре лучше шумка приора... арок, чем здесь. Я, честно. Ну, прям, она зашумлена. Она зашумлена, но арки не зашумлены. Угу. Но все равно здесь прям каждый этот песочек слышит. Сейчас проверим. Да. Спасибо большое. Будет классно, всегда спасибо, рада. Про тюнинг. Спасибо большое, про тюнинг. Во. Итак, теперь это место пустует, автомобиль мы успешно выдали, и приезжайте к нам в наш тюнинг-центр ProTuning, чтобы преобразить ваш автомобиль, чтобы он оказался на этом же месте, и такая же эффектная выдача была в следующий раз с вашим автомобилем. Обязательно подписывайтесь на наш канал YouTube, на котором выходит этот видеоролик, напишите комментарий, что вы думаете об этом автомобиле, обязательно поставьте лайк на это видео. Всем пока!